Дорогие акмолинцы, земляки, поздравляю вас с замечательным, светлым, добрым праздником, Днем Единства. Я хочу пожелать здоровья вашим семьям, вашим близким, вашим друзьям, чтоб мир и согласие царило в вашем доме. В единстве наша сила, в единстве радость и счастье наших детей. В единстве мир и процветание нашей Родины. Я хочу, чтобы мы с вами были едины, чтобы любили и уважали друг друга, вне зависимости от национальности, от религии. Поздравляю еще раз всех с праздником. Здоровья, благополучия и процветания.